Несмотря на свой возраст, ветераны пришли на Комсомольскую площадь. Для многих из них уже стали традицией такие ежегодные встречи с боевыми товарищами. Поздравляю вас с праздником! Сегодня он особенный, день великой победы в самой страшной войне 20 века. Праздник, который признают все, и люди старшего поколения, и молодежь. Праздник, когда каждый ощущает себя гражданином своей родины и вспоминает о прошлом. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. 12 тысяч искитимцев ушли на фронт защищать свою родину. Многие не вернулись, но День Победы ждал каждый из них. Дорогие ветераны, пусть не каждого родина наградила звездой героя, но без каждого из вас не состоялась бы победа. От своего родного дома вы дошли до Берлина, теряя друзей и близких. Смотрели смерти в глаза, но шли к победе. В памяти человечества никогда не изгладится подвиг, который совершили вы. Возложение цветов и венков к памятнику воинам-искитимцам – неотъемлемое событие в День Победы. Отдать дань памяти погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны пришло немало горожан. Шествие колонны началось в Комсомольской площади. В знак уважения живую гирлянду под звуки реквиема возложила молодежь искитима, наше будущее поколение. Никто не забыт, ничто не забыто. Затем праздник продолжила концертная программа «Здравствуй, Победа». А на военной полевой кухне, которая расположилась возле памятника воинам-искитимцам, каждый из ветеранов смог отведать солдатской каши. Для более младшего поколения организована праздничная торговля. День Победы действительно поистине народный праздник. Для одних это пережитые события, для других – наша история. Но несмотря ни на что, память об участниках Великой Отечественной войны будет жива вечно.